Целый год коллективы сельских клубов и домов культуры готовились к главному событию весны. Более 3500 участников, 320 творческих номеров и только 29 лучших выступили в селе Борисовке на отчетном гала-концерте фестиваля «Здесь зажигают звезды». На гала-концерт отбираются лучшие участники самодеятельного творчества. У нас составляется жюри фестиваля, есть свое положение. Это жюри из творческих работников, выезжает в каждое сельское поселение на концерт, отсматривает. Таким образом, ежегодно в нашем округе отчитываются сельские культурные объединения. Фестиваль проводят уже 11 лет. Тут не важны ни возраст, ни место проживания. Все решает лишь талант и уровень мастерства. Мы вокалисты, у нас забава. Коллектив нас называется «Мы из ДК Нива». Сколько уже лет? О, это сложно сказать. Я начала в 87-м, потом прервалась, потом продолжила. Продолжила и стала лучшей в составе своего хора. Вокалисты «Забавы» из Дома культуры «Нива» победили среди команд численностью от 6 до 10 человек. Золото тимирязевцы разделили с новоникольским ритмом. Вторые вынуждены были репетировать в здании средней школы. Дом культуры в Новоникольске закрыт. Подготовки единственное только то, что нам негде заниматься. А так, все хорошо, всегда слушаемся руководителя. Среди коллективов численностью от 2 до 5 человек золото разделили Алексей Никольцы и артисты села Степнова. В номинации «Лучший клуб» победа досталась селу Богатырке. Гран-при забрал Дом культуры «Родина». Илья Аманатов, Игорь Антонов, Телемикс.